Рядовое ДТП обернулось для водителя автобуса крупными неприятностями. На улице Горького общественный транспорт столкнулся с автомобилем «Шевроле». Участники аварии вызвали на место автоинспекторов. Оформляя дорожно-транспортное происшествие, сотрудники ГИБДД заподозрили неладное. При проверке документов выяснилось, что права у водителя автобуса имеют признаки подделки. Для выяснения всех обстоятельств у шофера изъяли водительское удостоверение и передали его на экспертизу. Если догадки инспекторов подтвердятся, то мужчине может грозить уголовная ответственность. Сам же водитель об этом ничего не знал и был уверен, что ездил с настоящими правами. Зато рассказал, как он их получал. Мне оригинал говорит. А где вы взяли их? В Киргизии. Ну вы как получили права? Вы как, вот сдавали экзамен или что? Или как? Нет, сейчас деньги отдам и все там.